забуду тебя. Некоторым в пример я в чем-то пионер. Переводим на русский. Светоносный. Могу быть темноносным или смертоносным. Будем знакомы, кто меня не знает. От известности мое эго не страдает. Отождествляйте меня с сатаной, дьяволом. Пугайте деток своих лукавым черным ангелом. А зачем? Пугать-то зачем? Над отцом из рая, пострадая, умирая и сгорая. Обречен вечно править преисподней, казематом, пытками и тюрьмой господней. Работы в аду много, как и положено, но все четко правилами заложено. И вот я решил взять отпуск на месяц, отдохнуть на земле дней 10. Дайте положено отдохнуть на земле. Я решил взять долгожданный отпуск на месяц, чтобы развлечься, отдохнуть. Дней 10.